Ну и так размер вполне впечатляет. Очень красиво. Просто очень много регионов, которым не дают наружку вешать. Тут... Ну, очень. Ну, говорю, хорошо. Издалека видать. Ну, хорошо, что наружку нормально сделали. А вы сами делали вот это? Дизайн? Да. Ну. Сами. Да, ага. Сначала рисовали, там электроники. Сказали. Получилось такое. Нет, отлично было. Да. И главное в стиле общего комплекса. Он же Red, Club Red там. Там все в красном. В красных тонах, да. Стильно-стильно. Здесь живут деньги. Очень неплохой ачинский офис, да. Достойный вполне. Можно как образец для подражания. Очень классно. Стеночка у вас красивая просто. Вот с этой точки просто хорошо все, все видно. Давали, знаешь, сделали фотографию так, в виде пирамиды. Ага. А что, оригинально? Боже, ну. Сейчас фотографию еще добавим, еще хочется сделать. Не, ну хорошо, что вы не стали там из них структуру строить, что она так хаотично, красивая, так лучше, естественно. Фотографию еще положим, но здесь залезем, и все. И все будет МММ. Коврик для мыши? Не, он выше каким бы она. А, вот здесь? Ну, а что, нормально идея, да. Это ну, бы сразу бросалось в глаза. Ты знаешь, если что подумаешь, что, блин, буду уже ноги надевать. В этом смысле. Чтобы мы ноги. Ходим, ходим, ходим.